Друзья, всем привет. Смотрите, как работают мои спортсмены. Вот ласточки мои прилетели, мои родные. А вот мои спортсмены, видите, на работе работу работают. Видите, как они у меня работу работают. Все работают. Нету бездельников. У них только одна бездельница, это хозяйка. Они-то нет. Они работают, видите. Даже Федька работает, да, Федя? Федька даже работает. Да, мой мальчик. Ну вот. Все на работе. Как вы думаете, что они тащат? Федя. Мои ласточки, вот мои ласточки прилетели. Вот они. Ну, что сказать. Славьте Господи. Все идет своим чередом. Все идет своим ходом. Да, Федя? А эти работают. Ласточки, вон, улетели. Хотела сказать, ласточки песню свою поют. А я с ними. Куда я от них? Ну, куда я от них? Это же мое хозяйство. Это же мой труд. Это мой труд, как говорится. Видите, он... У меня полбулки хлеба дома было. Думаю, чем собакам, а там лучше их накормлю. Потому что собаки у меня сегодня уже так нажрались, что то, что им у них в миске есть, они даже уже на еду в мисках внимания не обращают. Поэтому решила вот сюда. Утка бежит, смотрите, утка бетащит, да и не... Ой, мама, не могу. Видите, какие они у меня спортсмены. Все мое хозяйство работает. И ну раз надо, как говорится, чтобы они силы свои тратили. Не жирели, скажем так, для того, чтобы потом в дальнейшем несли яйца. А тут, как говорится, тут поели, мало двигаются, вес набирают, жиреют и яйца не несут. А вот разгрузочный день, скажем так. Нет, не разгрузочный, а беговой день. Теперь гусь тащит, смотрите. Ой, о, видите, полбулки было. О, Леш, ты так хлеб любите, ё-моё. Ты посмотри. Ой. Ей-богу, как цирк. Зачем ходить в цирк, платить деньги, чтобы смеяться, когда можно вот такой момент устроить и смеяться. Вот так-то. Федя, Федя, ты что не участвуешь? Смотри, что творится, Федька. Федя не понимает, что такое. Почему все бегут? Ой. Вот такие вот у нас дела. Ну, птиц уже в скором будущем начнется эта линька, линять начнут. Что гуси, что индюки, что курицы. У всех линька скоро начнется. У куриц, наверное, навряд ли. У куриц ближе к осени начинают линять. А вот и у индюков, и у гусей уже вот-вот начнется. Да, мой сладкий. Посмотрите, как они работают. Так, мне сейчас двери тут откроются, они мне все в огород бегут, а мне в огороде там уже все посажено. Так что давайте не будем этого. Федька, Федя, а Федька мой красавец, вот, вот брат Феди, да брат Феди, вот он брат Феди, а вот Федя, а вот мои спортсмены, ой, не могу. Так что вот, друзья, всем пока.